can't go on like this forever. Некоторые вещи не изменятся никогда. Ну что, я могу участвовать в драках на арене? Освальд говорил о тебе, ты ему помог. Я дам тебе шанс проявить себя. Я готов драться. Погоди, не гони лошадей. Сначала проведи тренировочный бой. Бойца я тебе найду. Мы посмотрим, как ты владеешь мечом, ну или чем ты там дерешься. Участие будет стоить 500 золотых. Как будешь готов, подходи ко мне. Я готов провести тренировочный бой. Хорошо, а деньги у тебя есть? Да, вот они. Отлично. Бой будет прямо здесь, на тренировочной площадке. Иди к манекенам, тебя там уже ждут. Мы будем наблюдать за вами. Потом вернешься ко мне. Да начнется бой! Что, прямо сразу? Не будем терять времени! Я победил. Да, но мне не понравился ваш... А люди платят именно за это. И что? Ничего. Так я могу... Ты что, тупой? Нет, конечно. Ты пытаешься меня надуть? А я это вот... Еще одно движение, и мой телохранитель... Тогда верни мне мое золото. Конечно. А может тебе налить еще бесплатно? Иди отсюда пока. Эй, парень, Освальд рассказал, что... Да, все... Вот, спасибо. Thank you.
Damn it, what's up? Прилягу я. What do you want here? Go! Get out of here! Smart yeah, kid. Out. Hey! Вот твоя часть золота Замракориса. А, весьма кстати. Спасибо, что не обманул. Трига обманул меня. И тебя тоже? Что он тебе сказал? Сказал, что ему не понравился мой стиль боя. Грязный ублюдок. Меня он обманул похожим образом. Я этого так не оставлю. Не горячись. Отойдем. Нам есть что обсудить. Ну что? Здесь нас никто не подслушает. Думаю, ты уже догадываешься, что я хочу тебе предложить. Мы уберем Трига и его телохранителя и захватим власть в лагере. Что-то подобное я и думал.
Его телохранитель очень ловко владеет арбалетом. Мы не успеем даже подойти к нему. И что ты предлагаешь? Трига иногда обменивает золотые самородки с городом. Для этого он посылает своего телохранителя и еще несколько человек. Другим он не доверяет. Мы подкараулим их и убьем. А затем вернемся в лагерь и разберемся с Трига. Звучит как план. Да, как раз скоро они снова понесут груз. Там мы их и возьмем. Я буду наблюдать отсюда. Как будешь готов, скажешь. Я готов. Пойдем. Они будут с другой стороны пещеры. Как только появится возможность, мы сразу нападем. Эй, вам нечего здесь делать! У нас тут есть дела. Что? А ну-ка, парни, разберитесь с ними! You'll regret this! Don't you ever... You'll regret this! So much for you! Там ничего нет. Там ничего нет. Телохранитель мертв. Забери золото из ящика. Оно лишним не будет. Отличная работа. Теперь пора браться за Трига. Веди, я иду за тобой. Подожди минутку. Here, take the healing potion. Эй, Трига, как дела? Что вы двое забыли в моем лагере? Выметайтесь отсюда. Никуда мы не уйдем. Кстати, привет тебе от телохранителя. Что? Он сейчас выполняет мое поручение. Уже нет, он отправился к Белиару. Вы думаете, что такие крутые, да? Я вас сам отправлю туда же. Там ничего нет. Трига мертв. Ублюдок получил свое. Осмотри потом его тело. Может, найдешь чего ценного. Что дальше? Я поговорю с местными. Не думаю, что они будут грустить об их боссе. У меня уже есть парочка идей, как позвать сюда сильных бойцов и поднять на этом денег. У меня нет времени, чтобы обустраивать арену. А тебе это и не нужно. Этим займусь я. Я буду иногда заглядывать сюда и, возможно, сражаться. Да, я так и понял. Покажи мне свои товары. Что насчет бойцов для арены? Поспрашиваю среди местных и среди своих старых знакомых. Бои на арене – дело прибыльное. Тем более тут целый лагерь. Здесь можно постоянно жить. Всегда мечтал возглавлять целый лагерь. Расскажи мне о правилах боев на арене. Ничего особенного. Хотя несколько ограничений тут есть.
Вот документ, я подготовил. Обязательно прочитай его. И еще. Некоторые противники я буду под... Возможно, понимаю. Сразу уточню, пока не забыл. Тебе не обид... Это неплохой способ заработать. Но если у тебя нет времени... Крышу... Там ничего нет. Я хочу начать сражение. Да. Серго. Хорошо. Там ничего нет. Их заспи. Да. Брыкар. Битва началась. У нас победитель! Эй, парень, вы что и правда избавились от Трига и его охраны? Да, он... Вот, это...
Hey, dude. Not really true. Never. All right. Hey. So, are you trying? What? That's exact. I've been. Как тебе это? Ты дерешься хуже бабы. So, you want to join? How did you end? Можно подумать, у меня без этого проблем мало. Is it really true? Эй! Оп, да. Ну. Что?
Эй, ты! Я... Но... Нет, ты приходи. Эй, ты! Ну-ка. С луком-то конь. Приходи. С лук, приходи. А как тебе это? Эй, ты! Эй, ты!
Эй! Подожди минутку. Подожди минутку. Я. Сколько? Се. Как на щкане? Эй, ты! Let's. But so great was the wrath of Beliar that he came across the land and showed. Интересно. Эй! Show me. The beast became his subject. Эй! Я это уже знаю.
And Beliar spoke to another creature. Hey! He didn't get that from me. Я... Интересно. Эй! Эй! Папа... Да? Что ты можешь... Вот. Взгляд... Хорошо. Поход... Пожалуй... Мне... Сам...
А как тебе это? Что, больно? Ну как, нравится? Thank you.
I think I've found something. Эй, ты! Это ему ты обращик. Я... Can you tell me what? There's another of those scummy beasts. Another one of those things. All right. So much for you, filthy beast. Yeah. Found not.
И как я это сделаю? I don't know you how staff well. We hear the power, but in we think that we per one we think me. You if I we all for it. I know that as much. What in we wish that. Подожди минутку. Пусть. Let's do. Подожди минутку. Let's. Подожди минутку. I'm Trim, and we of course we are little tap the did I he what with the am I but what he yes. Yeah. And the it is if they the if I see a spirit if I no. Yeah. Did not both there. In as if you and I'm there. What? If drop the you'll the not you. No, that should you. They to. They might. How's the. How do these teleport up they and this? I. Were you right? Well, I can't. Yes. Where they were. I've heard enough. Yeah, stuck. Give me all. I've acted, we act on.